На мероприятие пришли ученики младших классов. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы символизирует начало зимы. С ним связано много русских традиций. Вот обо всем об этом ребятам рассказали сотрудники городского центра досуга. Это ребята младший школьный возраст, потому что именно они самые благодатные зрители и слушатели. Именно сейчас, мне кажется, интересно им показать и приобщить их к русской народной культуре. Также школьники на познавательном уроке смогли вспомнить русские народные поговорки, поучаствовать в викторинах и веселых конкурсах. Больше всего мне понравилось отгадывать кроссворды, писать на букву слова. Здесь очень весело, звонко. Мне очень понравилось. Завершился урок веселыми танцами, но уже под современную музыку.